Общественница и глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина на шоу «Кстати» призналась, что ей непонятно поведение блогера Дани Милохина, который экстренно покинул Россию на фоне активности военкомата. «На самом деле я не очень поняла эту ситуацию. Но что такого страшного, мог бы остаться. Пришел бы в военкомат. Может быть, его бы и не призвали, или призвали пройти срочную службу где-нибудь в библиотеке. Поэтому я не очень поняла такой реакции и того, что он уехал очень быстро», — высказалась Мизулина. Осенью 2022 года Милохин уехал в Дубай, однако 8 сентября 2023 вернулся в Россию. После этого глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина опубликовала у себя в Телеграм обращение к руководству Минобороны РФ с просьбой призвать Милохина в армию. 11 сентября стало известно, что блогер уехал из России в Объединенные Арабские Эмираты. 3 октября телеграм-канал Мэш заявил, что Милохина официально призвали на службу в ВВС РФ. По данным источника, во второй день осеннего призыва 2023 года по месту прописки блогера в Анапе была якобы направлена повестка в армию.